Ми продовжуємо програму «Новий день» і дійсно зараз вже готовий вам представити нашу гостю Віку Халілову, яка завітала до нашої студії. Сьогодні будемо робити майстер-класи, виготовляти ялинку, як я вже і казав. Віка, вітаю тебе. Для початку, щоб не витрачати часу, я хочу всім нашим телеглядачам показати те, як ми робили ялинку в Донній Розі, а потім уже повернемося до студії і будемо говорити на цю тему іще. Отож, дивимось, друзі. Ялинка – це чи не найголовніший символ новорічного свята. Сьогодні я завітав до друзів з Донної Рози та спробую власноруч створити новорічне чудо. Традиційною ялинкою є звичайна зелена ялинка, але багато хто вже відходить від цих традицій, створюючи якісь неординарні ялинки. Віка сьогодні нам допоможе у цьому питанні. Віка, привітаю тебе. А що ми сьогодні будемо робити, яку ялку? Я, по суті, вже результат частично віжу. Конечно же, я хочу сделать не настоящую елочку, такую, которая делается из хвои, а что-то какое-то декоративное, из каких-то тканей, бусинок, кофе, мешковины. То есть материалы можно использовать абсолютно любые, да? Абсолютно любые. Есть огромное количество идей для создания новогодней елочки. Не обязательно бежать в магазин и что-то покупать дорогое, вот что дома нашли, то и сделали. Для нашей елочки я подобрала отбеленную мешковину и сделала из нее вот такие вот розочки. То есть они могут быть разного цвета. Даже они могут быть сделаны из кружева, из какой-либо ткани. То есть ткань любая, может? Любая, да. Также понадобится кофе, бусины, конечно же, клей, ножницы и вот такой вот конус, на котором будем крепить и украшать. А я думал, что это шапка. Ну ладно. Чтобы сделать вот такую вот красивенькую маленькую розочку, нам нужно взять ленточку, отрезанную вот из мешковины, к примеру. Я покажу быстренько. Конечно, когда уже она готова, мы что используем? Можем просто оставить ее вот такой, имеется в виду без вазончика, или добавить какое-либо кашпо, как вот на этой елочке. Вазончик, кашпо, что угодно, и также его отдекорировать. Есть у нас вот такие бусы, они все деревянные, и просто вот розовенькие, беленькие. И на свое усмотрение, да. Также его здесь стеклянные, кофе. Все это можно украшать вот елочку. Итак, закончили, да, более-менее. Ну и по крайней мере я и смотрю, очень хорошо у тебя получилось. Ну у меня так корявенько. А что мы дальше делаем с этой елкой? Ну смотри, елочка, она же девочка. Вот что-то ей не хватает. Бантики. Бантики, косички, хвостики. Я хочу, чтобы это сделал ты. Вам и здесь вот так вот приклеим вот такой вот новогодний хвостик, смотри, с бусиками. Елочка готова. Да. Она мне немножко и пирожное напоминает. Тебе как? Прикольно, я хочу сказать, получилось. А самое главное, то, что она необычная, и плюс таки нетрадиционно, что не зеленый цвет, потому что все люди уже зеленые, даже искусственные, те зеленые. Ну и белая елка, кстати, где-то я так вычитывал в интернете, что сейчас в тренде белый цвет на елке. Так что мы все. Я угадала. Дорогие друзья, очень легко, быстро получилась у нас елка, и вы тем самым можете сэкономить на покупке обычной традиционной елки. Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо ось так. Віку і там, і тут показують. А що ж, Віка, давай я пропоную, ми зробили ялинку, скажу також нашим глядачам, бо за хронометражем не влізла. Віка мені подарувала також ялинку, моя тепер вдома стоїть. А ялиночка від Віки, так що ось так, дорогі друзі, добре. Телень, який модний. Да, добре їздити на зйомки.
я хочу сказати, що не в тебе зробити? Тільки є подаруночки, а й до нас в студію. Віка прийшла з дуже великим асортиментом. Що ми маємо? Що можна зробити ще на Новий год? Ну, як все-таки Новий год, має бути щось красиве, ярке, запам'ятаюче, то, що має піднімати настроєння. Я сьогодні в студію принесла ёлочку своїми руками зроблену, композицію і віночок. Почему веночек должен быть на Новый год? Все-таки венок символизирует солнце, круг, бесконечность. То есть традиция такая раньше была, с давних времен, что венок должен висеть в доме. Угу. Как бы он оберег приносит счастье, такой, да? Оберег, да. Веночек также, вот, который я изготовила, может служить не только венком на двери, также композиция на столе. Угу. Сюда, если же поставить какую-то красивую свечу, уже композиция готова, ее можно поставить на комод или же на сам праздничный новогодний стол. Будет смотреться великолепно. Сейчас я еще покажу. Именно этот веночек изготовлен из каркаса хвои. Хотелось бы дізнатися каркас. Який еще можно выкрасить для каркасу? Смотрите, существует в продаже, вернее, есть готовый уже каркас из пенопласта, но можно сделать его своими ручками. Для этого нам понадобится просто газета, которую мы вот так вот жмякаем ручками и создаем такой круг. И в конечном итоге, когда уже готовый сам каркас, мы обматываем тем, чем мы хотим. Это может быть и мешковинка, ткань, кружево, все что угодно. Я, кстати, замечаю, что в этом году мы с Иной вчера только обсуждали, просто мешковина, это, не знаю, просто самый популярный сейчас. Тренд сезона. Да, самый материал просто популярный. И смотрю тоже, вот даже бантики все сделано тоже из мешковины. И веревочки вот эти простые. Смотри, украшаем. Чем мы потом его украшаем? Понятно, уже клеевым пистолетом. Пистолетиком, чем? Да. Но смотрите, то, что есть в доме. Кому что нравится, это могут быть еловые шишки, какие-то фрукты сушеные. Вот я принесла показать в студию. Яблочки. Как я обещала, засушила. Да, яблочки, вот такие вот, лайм сушеный. Также могут быть искусственные ягоды и ягоды живые. Я вот помню, Вика на съемке мне говорит, можно еще банан приклеить. А я думаю, боже, как же засушить банан? Она говорит, искусственный есть. Искусственный. Открытие для тебя, Витя. Да, да, да. И, конечно, всяким декором могут быть какие-то цветочечки, листики. Вот все, что пожелает душа, можно все это как бы прикрепить на сам веночек. И конфеты. Только. И конфеты. Да, побольше, чтобы было что обгрызать. Так, смотри, елка. Мы идем, частично оставляем пока что веночек, елку презентуем. Мы пропустили композицию, Витю. А я думаю, ну так вот, так. Ну ладно. Витя, елка понравилась изначально. Да, девочка ж. Ладно, девочка. Давайте композицию. Ну давайте уже тогда на елочке остановимся. Смотрите, елочку я собрала из коры хвои. Ну, как все-таки Новый год. Обработала специальным лаком для дерева. Приклеила туда где-то моментами кофе, как всегда. Да, чтоб пахло. Чтоб пахло. Кава, это також тренд сезона зараз. Да, да, да. Розочки из лент и бусы. И украсила все это вот сам вот вазон. Видите, он красный, он делает елку такой какой-то нарядный, новогодний. И такой хвостик, про который мы казали, девчонка. Как же без него? Ну и, конечно же, помним, что у нас огненная обезьяна. Да. Поэтому такой цвет как раз хорошо. И я смотрю, вот кора мы только сверху, да, вот сам конус аналогично, берем конус и конус просто обклеиваем. Конус можем мы собрать как бы из бумаги или же купить уже готовые, сделать. Смотри, кору обрабатываем, ты говоришь, этим лаком для, да? Для дерева можно купить любой, да? Да, без разницы. Кору де придбала, хотелось бы дізнатися, чи шла в ліс і ножиком. И бывает и такое, но скажу вам такой секрет, есть кора для орхидей. Идете в магазин любой, покупаете кору для орхидеи, используете ее также, то есть как бы для оформления какой-либо елочки. Все легко и просто, не надо никуда в лес ходить, видишь? А я бы пошла до леса. Ну, конечно же, бусинки, о которых мы тоже говорили, тоже они как оформление и украшение. Третья композиция у нас есть, что это и как это сделать? Легенькая, простая композиция, я специально ее изготовила, чтобы показать, что можно сделать своими ручками, не обязательно быть супер-мега-креативным творческим человеком, то есть человек, даже ребенок может собрать такую композицию. Для этого я взяла обычную баночку из-под варенья и взяла фетр. Вот как раз есть варенье. Да, фетр, какие-то новогодние шишки, деревянный декор, это у нас звездочки, елочки. Все это туда вот
позатыкивали. Я, как всегда, зрителю покажу все, помнишь, как я елку тарабаню, бабаню. А, друзья, смотрим, вот, элементарно, вот видим, да, банка. На самом деле, не обманываем, банка, фетр. Все очень просто. Кстати, деревянный где-то просто покупает? Можно, да? Купить, да, можно самим разукрасить. Кстати, будет повод заняться чем-то дома. Да. Все очень легко. Я все это просто Подвязала ему тузочкой. Ну, хочется мне вот поработать с натуральным материалом. И мешковина, канаты, все это тянет, так интересно. Тянет, конечно. Натуральні матеріали зараз дуже модні. Я вже казала, що це тренд. Які ще натуральні матеріали, окрім мішковини, окрім мотузочок, є актуальними ось у грудні, січні цього року? От все, що є, от орехи. Можна розколоть грецький орех, можна його покрасити, що угодно. Пам'ятаєш композицію з Гулькою? Ой, пам'ятаю. Просто я, мабуть, з місяць разом з нашим монтажером композицію з Гулькою. Вони такі там смачні були. А я хотіла, кстати, розказати, що когда-то в древні времена в Україні обычні ёлки з хвої були зелені і не модні. Угу. Их делали вот из соломы или же из каких-то веток, собирали такой вот. Мы такую видели в дедух. Сюжете, да. Кстати, вот в нашем салоне Донни Рози мы постарались в этом году создать ту елочку, которая была когда-то в те времена. И люди ставили ее в дом, она была как оберегом. Конечно, у них не было настоящих красивых золотых шишечек, во всяких шариков. Украшали какими-то сухими веточками, сухоцветами, канатиками, самодельными куколками. Да. То есть вот так. Печенье, конфеты, все, да, это да. Идет вход. Ну и смотри, вот на каждую композицию вот примерно, ну понятное дело, у тебя уже как бы рука набита, уже проще. Ну сколько в среднем уйдет времени? Так, на веночек примерно понадобится минуток 30. На самую легкую композицию минут 5-7. Угу. Ну а на елочку нужно потратить примерно 2 часа, так как здесь идет клеевая работа. Угу. Нужно все проклеить, елочку подсушить после лака. Угу. И, в принципе, через 2 часа будет готовая елка. То есть, если не спешить, то можно как-то сделать заличие. А я дивлюсь, Віка каже, тут годинка, десь пів годинки, декілька хвилинок, тут декілька годинок, а я дивлюся і думаю, композиція. Ну, півдня точно. Віночок. Та дай Боже за 2 дні впоратись. Ялинка, та навіть братися не буду. Пройдуть місяці, Новий рік 2019. Савицька зробила ялинку. Доклеила ялиночку. Я хотела, ребята, сказать вам, что эту елочку я не зря принесла. Я сюда вложила душу всю. И наша компания Дона Роза дарит программе «Новый день» эту елочку. Спасибо большое. Она приемно приймати подаруночки. Все, забирай. Я навіть до себе поближе. Сразу поближе к себе. Да, поближе к себе. Поки не передумали. Гляньте на цю Іну. Ну что ж, спасибо тебе большое, Вика, за то, что пришла, действительно, как всегда, на позитиве, как всегда, много идей. Ну, я думаю, что эти идеи используем не только мы, но и, конечно же, наши телезрители. Поэтому, друзья, для творчества нет границ. Повторяю это в который раз. Тем более, что когда рядом с нами такие профессионалы. Спасибо тебе очень большое. Очень приятно. Спасибо и вам. Нам сделали приемность, подарвали ялиночку.